Радиостанция «Прибой». Радио народов Кавказа «Асса». И телеканал «Прибой ТВ» представляют. 26 октября в зале Дома Дружбы один из самых ярких и одаренных композиторов республики, заслуженный деятель искусств Дагестана и России Мазагип Шарипов. Творческий вечер с участием популярных артистов дагестанской эстрады. В этом концертном зале Дома Дружбы на творческом вечере гениального дагестанского композитора Мазагипа Шамсудиновича Шарипова. Я считаю, что на сегодняшний день лакский народ может и, пожалуй, даже должен гордиться такими великими, такими незаурядными композиторами, поэтами и прозаиками, как великий Ширвани Чалаев, Мурат Калаев, Мурат Кажлаев, Мазагип Шарипов, безусловно. 60 лет творческой жизни. За это время им было написано более 700 песен. И многие из них стали эпохальными в жизни многих артистов. На самом деле, этот великий человек сделал, наверное, очень многое для многих артистов дагестанской эстрады. И, безусловно, его имя уже огромными буквами вписано в историю, которую внес огромнейший вклад в развитие дагестанской культуры, в частности, в развитие дагестанского песенного искусства. Сегодня в этом зале собрались множество людей, которые поистине являются поклонниками и почитателями таланта великого гения. Давайте мы большими, крупными аплодисментами еще раз сегодня этого человека поприветствуем. Много артистов дагестанской эстрады сегодня пришли поздравить нашего виновника торжества с таким замечательным действием, как творческий вечер. Первым на эту сцену хочу пригласить Гульфизар Юсупову. Давайте встретим ее аплодисментами. Добрый вечер. Ты делишь бам.
слова. Спасибо. Друзья, сегодняшний вечер воистину призван просто... Гульфизар, примите цветы. Призван быть колыбелью прекрасной музыки, автором которой является наш гениальный просто, великолепный композитор Мазагип Шамсудинович Шарипов. Сейчас на эту сцену хочу пригласить я с огромнейшим удовольствием заслуженную артистку Республики Дагестан Изумруд Аскандарову. Даниил Шабанов.
сүйлі ипұрши сазиман. Шилқа учи сарупи инака кокон аман. Лақулу бұрвингу дилехле хымче дизалан. Лахния ишалар сулақни сабар хобутлан. Лақулу бұрвингу дилехле хымче Шеллер сулахни сабар хобутлар. Чавах хути халкурчан чаро хусак сашара. Чарах муку кунтурчан лохайно Ти хай ма ти ади Даниил Шабанов. Вокальный ансамбль «Эридан».
сатуля чаму чаму, нам не куртила римсия, нам не сатуля чаму чаму, одная культурсия. Мазагиб Шарипов – один из самых ярких, одаренных музыкантов, композиторов нашего народа. Его творчество – это целая эпоха современной музыки. И 90% из 100 исполняемых песен лакской, да и не только лакской молодежи – это его замечательные песни. Да, и вся плеяда исполнителей появилась во многом благодаря его песням. Вклад его в развитие культуры нашей республики, конечно же, неоценим. И я думаю, это понимают и сидящие в зале, и те, кто сейчас находится за кулисами, которые с огромным рвением и трепетом относятся к выходу сегодняшнему на сцену. И сейчас я хочу пригласить Амрета Гусейнова. Utei sapar, garchil turcha chilu khwansar. Ukki samaz, utei sapar, garchil turcha chilu khwansar. Kusa makhu bitsa kullar, zana bitam qabir khaysar. Kusa makhu bitsa kullar, zana bitam qabir khaysar. Kusamak
خسته نبیدم پر خیزه. Кисамез, утей сапар, перчил турча, чилу хвасар. Кисамез, утей сапар, перчил турча, чилу хвасар. Кусамах губица кулар, занабитан кабихайса. 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 Амрет Гусейнаев. Песни, которые вот уже на протяжении полувека исполняются разными артистами на самых разных подмостках эстрады, заслуживают, конечно же, глубочайшего уважения. Они делают нас духовно богаче. На них растет наше будущее поколение. На них выросли мы и наше будущее поколение. Мы, по крайней мере, на это очень надеемся. За это низкий вам поклон. Наш концерт продолжается, и сейчас я на эту сцену хочу пригласить Анисат Абдулатипову. Ты лудек хвансара.
پیش کشیدم پیسم مودم پیشتی یبوان میویلی رو قدیسم سوک سمرسم دو دیوری نویم پیش کشیدم پیسم مودم پیشتی Come on.
Дома дружбы Гульмира Алиева. Ceylan, kvaydayım bir
Шарипова носит ярко выраженный интернациональный характер. Ну и вот данная композиция сейчас являлась примером. На этой сцене сегодня будут выступать не только артисты Лакской эстрады. Вы станете свидетелем того, что его творчество действительно настолько широко и разнообразно. Оно трогает не только лакский фольклор, но и многие другие национальности нашей республики. Сейчас на эту сцену хочу пригласить Ямлихана Гаджиева. Ассаламу алейкум, зукум буртуну. Давай разы закладываем за ночь.
inigu, inara tulk inigu, bargu barzgu turtigu, saran lau kukatigu, bargu barzgu turtigu, saran lau kukatigu, inara tulk inigu, inara tulk inigu, bargu barzgu turtigu, jam saran lau. Амлихан Гаджиев, спасибо, зажжешь не на шутку. Дорогие друзья, наша республика всегда славилась дарованиями. Наш народ поет, танцует, играет на национальных инструментах. «Пой, моя чагана» — так называется композиция, которая сейчас будет исполнена с этой сцены. На сцену приглашаю художника-исполнителя народных песен Жанну Курбанову. Шаганы ту
Аминат Юсупова. Добрый вечер. Мазагиба Шарипова, безусловно, является источником хорошего настроения. Я уверена, что вы все сейчас получаете огромнейшее удовольствие от того, что сейчас происходит на сцене. Я думаю, что я права. Права нет? Сейчас на этой сцене прозвучит премьера песни. Слова Рамазана Рамазанова, музыка Мазагипа Шарипова. Для вас поет заслуженная артистка Республики Дагестан Саният Рамазанова. Шехрули полупорей и навил.
Хочу сказать на русском, что это большой праздник лакской музыки, потому что сегодня звучит музыка великого лакского композитора Мазагипа Шарипова. И я очень рада, что имела возможность сегодня присутствовать и петь его песню. Долгих лет вам, Мазагип, и бесконечного творческого, неиссякаемого вдохновения. Мы вас любим! Дания Рамазанов, спасибо. Музыка – всемирный язык, она не нуждается в переводе. И когда поют музыку Мазагипа Шарипова на любом языке нашей многонациональной республики, она понятна всем. Сейчас с этой сцены прозвучит композиция, которая всегда была популярна. «Тамаша» она называется, исполняет ее великолепная Тахмина Умалатова. Добрый вечер, дорогие друзья! Музыка.
Спасибо. Ахмина Умалатова. Спасибо. Если можно, мне просто минуточку. Минуточку. Я не могу не сказать, что я люблю в лице вообще, да, лакского народа. Я люблю этого потрясающего человека. И я желаю, чтобы у вас все в жизни было хорошо. Всегда. Всегда, чтобы вам улыбалось солнце. Всегда, чтобы удача сопутствовала вам и всем, кого вы любите. И всем-всем вам здоровья, счастья, любви от души. Спасибо. Спасибо огромное. В творчестве Мазагиба Шарипова всегда было уделено огромное место родине и отчизне. Потому что именно во благо Родины и во благо нашей многонациональной республики он много лет работал и много лет прославлял нашу республику своей музыкой. Для кого-то Родина — это понятие маленькое, для кого-то очень огромное. Для кого-то это целая страна, для кого-то это деревня, может быть, село, где человек родился и вырос. Я считаю, что Родина — это то, что каждый из нас должен стремиться защитить, оберегать, ну и, конечно же, прославлять. Прославлять, так как это делает наш Мазагиб Шамсудинович. На эту сцену сейчас выйдет артист с песней под названием «Моя».
Арчала Хумаса, спасибо большое. Спасибо. Рубанов. Абдул Мурадов. Спасибо. Спасибо Мазагилу Шамсудиновичу за такие прекрасные мелодии. Цурланов и Натурша Чиндулика Кано. Огромное спасибо. Бурные аплодисменты. Варчала Хумаса. Когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение. Я уверена, когда я назову имя следующей исполнительницы, ваше настроение, конечно же, улучшится. Встречайте, для вас поет Ирина Алишихова. Любовь. Какое это магическое, волшебное слово. Каждый из нас наверняка понимает, что оно означает, но объяснить его как-то очень сложно. Это ли любовь? Так называется композиция, которая прозвучит в следующей. Встречайте, заслуженная артистка Республики Дагестан Загидат Муслимова.
Надир Дамаев. Добрый вечер. Тани бия гива бар, ца савница шарашуй, ца савница шарашуй. Гива бар хузуй бия, дэр пушин алдахантуй, дэр пушин алдахантуй. Шукрова дуниали, ца ина вагу хуса, тулда чаврила сарда, дуцин данса вокуса, дуцин данса вокуса. Чани бейса бархла барз, вича бацам барчагу, вича бацам барчагу. Энди кевил хей батрал, хюрулин хей рамбансар, хюрулин хей рамбансар. Савни сагири барху, икрам рей бацам бансар, икрам рей бацам бансар. Шукрова дуниали, цаина вагу хуса, тулдак чаврила сарда, дуцин данса вокуса, дуцин данса вокуса, дуцин данса вокуса.
dansav u kusa Tuldak çavrila sardal Dutin dansav u kusa Dutin dansav u kusa Dutin dansav u kusa Дорогие друзья, теперь я приглашаю на сцену очаровательную Нурианну Калаеву.
Спасибо огромное. Спасибо большое. Я хочу сказать, что в моем творчестве масса песен. Спасибо, Мадина. Масса песен именно на музыку Мазагиба Шарипова, поэтому у меня была большая дилемма, какую сегодня песню спеть именно для вас. И я, ну не знаю, может быть, многим нравится, но я спела песню свою любимую «Люгиярой», поэтому я жду от вас поддержки и думаю, что она вам тоже очень нравится. Спасибо большое. Великолепная Нуриана.
Спасибо. Спасибо. Ни одна плеяда певцов, артистов обращалась к творчеству нашего маэстро. И сейчас, наверное, трудно ответить на вопрос, стали бы они такими любимыми, такими популярными в народе, если бы не прекрасная музыка Мазагиба Шарипова. В творчестве следующей артистки, которая сейчас споет для вас, его музыка, конечно же, занимает не последнее место. Давайте поприветствуем очаровательную Марианну. Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. Ну и мы продолжаем. Шарипова обладает огромной силой, друзья. Мы ее слушаем и радуемся, и грустим. У нас возникают ассоциации, которые, возможно, очень трудно передать словами. Но его музыка, возможно, даже и не нуждается в словах. Она и так понятна каждому. Песня, вот, которая сейчас прозвучит на этой сцене, называется «Айлезет». Это слово, наверное, существует на всех дагестанских языках. К сожалению, перевести его очень сложно, но я думаю, вы обязательно поймете, о чем идет речь в данной композиции. Встречайте, для вас поет Рустам Ахмедханов. Добрый вечер, ассаламу алейкум.
Эсса! Всем приятного отдыха! Равнодушных людей к такому замечательному исполнению и к такой замечательной музыке. Сейчас хочу пригласить на эту сцену неимоверно талантливую, неимоверно красивую женщину, которая с огромнейшим удовольствием подарит вам сегодня свои композиции, естественно, автором которых является наш маэстро Мазагиб Шамсутдинович. Встречайте, для вас поет Шагалай Магомедова. Zanah
ща зунча рибу циричагу. Зума ща зунку на ща зунча рибу циричагу. Жура, Хер, Чуса.
Спасибо, Шагалая. Следующий участник нашего концерта всегда является желанным гостем любой концертной программы. Встречайте, для вас сегодня поет народный артист Республики Дагестан Гаджилав Гаджилаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Кусобер, хатиханаму, нихарай ворот лихана. Угу, дай дур абурау, я Аллаху ату гегия. Ханаму ни харай город ли хана. Угу, дай гур абурау, я Аллаху ату гегия. Игу дай мун росаста, я Аллах я ту геги. Я Аллах я ту геги, я Аллах я ту геги. Халя хун дуня лалда, диет хура я тайги. Диет хура я тайги, диет хура я тайги. Рази хила родай. Дач пазе хирия, хабу хила родай, тудица хабазе хирия, хасат охолгуе, гусенгит амуни хирия, хияла сагимун, и харанде хана хирия. Срасара алда бельсина Раи зеру хусарин Схадис харача лабазда Рач адан деселини Срасара алда бельсина Раи зеру хусарин Схадис харача лабазда Чурче диде керенги Ханамоц муршун хабун Ханамоц муршун хабун Ханамоц муршун хабун Большое, Гаджилав. Спасибо.
прекрасный вечер, творческий вечер Мазагиба Шарипова, к сожалению, подходит к концу. Ну и удостоилась честью завершать концертную программу очень яркая, популярная, востребованная исполнительница с узнаваемым популярным репертуаром. Ее песни всегда становятся хитами, и ее песни всегда держатся на самых высоких строчках хит-парадов. Встречайте, для вас поет народная артистка Республики Дагестан, всеми любимая Лариса Гаджиева. Oh,
سیف سریا نلیجی دوبان اشکی لودوت اصلا دیگو بودت گو رزیف سریا نلیجی دوبان اشکی لودوت اصلا دیگو بودت گو Я руй, любви, я руй, ци, бахи, на я.
Сегодня все аплодисменты Мазаев. Блин, хорошо. Куна Хархуну,
Спасибо. Народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева. Спасибо. На сегодняшний день в вокальном искусстве Республики Дагестан огромное, просто неимоверное количество песен принадлежит Мазагибу Шамсутдиновичу Шарипову. Какая еще нужна оценка значимости этого композитора? Какие еще нужны слова, чтобы подчеркнуть его огромный вклад в развитие искусства нашей республики? Я думаю, он народный композитор. Это композитор от народа. Низкий вам поклон и благодарность за все, что вы сделали для развития искусства нашей республики. К сожалению, в семье Мазагипа Шариповича еще год назад случилось горе. Они потеряли молодого сына и племянника. И данная концертная программа была инициативой исключительно медиахолдинга «Прибой». Только по нашей инициативе, по нашей просьбе он согласился сегодня присутствовать здесь и дал согласие на организацию данного концерта. Мы желаем, чтобы в его жизни, в жизни его родных и близких, никогда больше не постигало такого горя, и чтобы у него всегда были силы творить во благо дагестанского народа. Мы благодарим за организацию «Медиахолдинг Прибой». Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Спасибо всем тем, кто сегодня пришел поддержать великого поэта, песенника и композитора.